Детское радио представляет. Коля, Тима, Женя, Маша, Константин, Сергей, Филипп, Вася, Оля, Зина, Даша, Джонни, Мэри, Сэм, Архип, Света, Ира, Лена, Петя, Витя, Марк, Денис, Антон. Много есть имен на свете, может целый миллион. Что значит «наши имена»? Кипятош, ты чего это новый чай завариваешь? У нас гости, что ли, будут? А ты не слышала? Твой дядя Толик придет сегодня. Ой, а я и забыла. Ну, давай помогу. Вот интересно, все его вечно зовут Толиком. А как у него полное имя? Здрасте, Анатолий. Ты что, не знала? Просто я никогда не слышала, чтобы его кто-то полным именем называл. А ведь оно такое красивое, оказывается. Анатолий. Да, мы часто привыкаем звать людей их сокращенными именами. Да так что уже не помним полные. Вот придет он сегодня, я и скажу: здравствуй, дядя Анатолий. То-то он удивится, скажет такой: кто? Я? Думаешь, он тоже забыл, что его зовут не просто Толик? Ой, а расскажи мне еще об этом имени. Откуда оно? Что значит? Ну и все вообще. Все вообще, дорогая моя, будет сложно рассказать. А вот об имени могу. Родом оно из Греции. Ух ты! Да-да, а значит Анатолиос, то есть рассвет или восход, или восток. Вот умели они имена придумывать в этой Греции. Всегда какое-нибудь такое интересное значение у них. А сокращать его можно по-разному. Толик, Толя, Толян, Анатоша, Тося. Охо! И это еще не все. В Турции есть регион, который называется Анатолия. Происхождение этого названия то же, что и у имени Анатолий. Так, а какие есть известные люди по имени Анатолий? Кроме твоего дяди Толика? Да. Ой, да много. Был такой режиссер театра и кино Анатолий Эфрос. Или вот актер Анатолий Папанов, опять же. Ой, это ж тот, который Волков, ну погоди, озвучил. Точно, но он сыграл и много других замечательных ролей. А еще я вспомнила, был такой писатель Анатолий Алексин. Детские книжки писал. Не только детские, но ты права. Для детей он написал немало. Как здорово, что сегодня мы обсудили такое интересное и красивое имя. Что значит «наши имена»?